что сил не жалей, иди к победе своей. Друзья мои, на сцене заслуженный артист Украины Хафиз Дарбари. Мы начинаем с песни «Заламегай». Встречайте! Хафиз Дарбари, заслуженный артист Украины. Добрый вечер, дорогие друзья. Украинская песня, восточная музыка. Там живе Марічка, хати, що склала зу.
России. И пусть удача будет на их стороне. Первым на сцену выйдут претендентки на звание «Мисс Восток» 7-го сезона. Галерея национальной творческой культуры и, конечно же, красота участниц, которая будет покорять всех нас.